Основная задача – это создать действительно центр, образовательный центр, который будет давать практические навыки для студентов, специалистов промышленности именно по отработке различных механик. Существует киберполигон, где мы со студентами разрабатываем различные сценарии атак, да, и учим их защищаться. И имея такой замечательный продукт, я думаю, что эффективность нашего обучения существенно повысится. Мы сегодня как раз в начале не просто там создание какого-то направления. Сегодня начинается новая история. Я думаю, что у нас все получится. В добрый путь. А те из вас, которые могут заинтересоваться разработкой подобных систем, добро пожаловать, мы можем вам рассказать, показать, обучить и как бы привлечь к подобным проектам.